Здорово, игроманьяки! Вас приветствует канал True Mania Games, у микрофона Джейсон, и сейчас мы с вами будем смотреть мультиплеер игры Far Cry 4. Я не знаю, много ли изменилось с Far Cry 3, но надеюсь, что что-то поменялось. Спасибо отдельно Ubisoft, который предоставил ключ на эту игру нам, и ссылку на официальные игры, официальные ссылки на эти игры вы найдете в описании. Что-то у меня совсем плохо, тут кто-то посвистывает уже в лобби. Режим игры пропаганда. Карта, я так понимаю, будет вырубка все-таки. Здесь нам предстоит играть либо за людей Золотого Пути, либо за демонов Пейган Мина, насколько я понимаю. Задача наша — удержать три точки. В зависимости от сторон, одна удерживает, другая, естественно, нападает, закладывает заряды и так далее и тому подобное. Единственное, что две команды, одна команда обладает огнестрельным оружием, другая команда обладает какими-то возможностями призывать зверей и возможностями исчезать, летать, парить в воздухе, становиться невидимыми и так далее. В общем, довольно своеобразно это все смотрится. Но мы сейчас в роли нападающих выступаем. Так что погнали. Кто не успел, тот опоздал, чувак. Я тебе так скажу. Все, мы гоним на С. Там еще у них остался транспорт. Здесь рассчитано, в принципе, на всех. Едем уничтожать точку С. Выходим. И лагаем. Заложили бомбу. Бомба на складе пропагандистов. Сейчас надо куда-нибудь отойти. Чтоб нас тут особо... Они заняли колокольню. Особо нас тут не уничтожили. Как будто такой позишн найти, чтобы и видно было. И подойти никто не смог. Я напоминаю, что наши враги могут становиться невидимыми. Это может сыграть злую шутку. Еще мне очень не нравится, что здесь нет... О! Так, меня кто-то пытается убить. Готов. Меня ранили! Умри. Сонаро! Все. Все? Вроде затащили, нормально. Вот один из них даже с медведем пришел. Умри! Давай, чувак, все будет отлично. Есть новая точка сбора. Так, первый мы дотащили. Ну, давайте сделаем следующее. Спокойно. Едем на... У меня тачка горит, я так понимаю. Очень удачно мне кто-то подпалил. Едем на А. Блин, горит задница. Бомба на печатном станке. Здесь они вообще могут подойти с любой стороны. Поэтому надо вообще аккуратно тут посматривать. Ну, вон там парашюты. Это, кстати, это все вражеские парашюты. Джип, не знаю, наш нет. Я просто здесь посижу. Подожду. У
нас на все про все 5 минут. Тигр! Фак. Заряд на станке обезврежен. Ну блин, если б не тигр. Его, к сожалению, так просто не убьешь. Но нам придется сдаваться, потому что наших здесь нет. Он успел, к сожалению, обезвредить. Тигр бы не обезвредил, это уж точно. Нет ни одного транспорта. Где весь транспорт? А вот и транспорт. Зачем он стреляет по мне, непонятно. Видимо, он нагло лишенный человечек. Но таких здесь очень много. Не стоит удивляться. Некоторые вообще не соображают, что здесь нужно делать. Все пытаются там кого-то поубивать, не обращая на то, что надо на самом деле захватывать точки. Ну, такой типичный, знаете, детский сад получается, как обычно. Портят и себе портят игру, и окружающим. Вот он, понимаете, он здесь пытается что-то сделать. Блин. Ты можешь попытаться меня воскресить, я к тебе отползу. Без колокольни, мы слепы. Я к тебе отползу, ты меня воскрешаешь. Я к тебе отползаю, ты меня воскрешаешь, тупица, блин. Тупица. Иди, просто идиот. Да. Ладно, я... Это его личное дело, воскрешать меня или нет, но у него была возможность. Так, я поехал на... А один человек у нас вообще непонятно что, видимо, изучает карту мира. Непонятно где, чем занимается. Вот это что, вот это вот такое? Что он здесь делает, скажите? В чем его миссия, в чем его цель? Потому что они тут не заминировали ничего. Бомба на вышке обезврежена! Бомба установлена на станке! Так, здесь есть возможность занять оборонительный позишн. Главное не встрять. Ну, пожалуйста. Задавили нахрен всех. Успел я. Черт вас слоны. Тихо. Скотина. Ну, разумеется, потому что здесь ребята более-менее грамотно играют. Хоть как-то. Наши не играют вообще никак. Сдохнуть двоим сразу от слонов — это мега круто. Зато он базуку нашел у себя в инвентаре. Да конченые дауны просто. Просто конченые. Когда слышите конченые игроки, конченые, ну вот, вот как раз про таких человечков, сказал Джейсон и вписался тут же в дерево. Еще скажете, что я водить не умею потом. Я прям предвкушаю. Вот здесь тоже чувак развлекается. Тут как-то не так сработано. И чё, он сдох? Анимация не так прорисована. Бросаю гранату! Граната! Побереги! Ха-ха-ха! Вы видели, как его вынесло? Кто-то там еще жив. Готов. Блин, тигры. Только тигров не хватало.
Все, можем сдаваться. Так, ну и что, мы проиграли? Мы проиграли или мы не проиграли? Ну, взорвали только одну, походу, да? Больше ничего не взорвали. Да уж. Ладно, теперь мы будем оборонять. Ну, поскольку наши идиоты... Ладно, я молчу. Так, в чем особенность игры за... защищающих? В том, что мы можем вызывать животных, мы можем разными типа стрел стрелять и можем становиться невидимыми. Как становиться невидимыми, я, кстати, не очень понял. Ну, как-то, такой. Видимо, можно. Защитите объекты. Еще мы можем летать. Сейчас я вам продемонстрирую. Главное, в ближайшее дерево не впечататься. Золотой путь атакует, мы обороняем. Как это не парадоксально звучит. Там кто-то, кстати, уже кто-то куда-то побежал, я так понимаю. Урубаем. Оп. Все, я стал невидимым. Не знаю почему. А не могу ли я поджечь колокольню? Видимо, могу. Еще бы знать, кто здесь и где. Я полетел на раневышку. Надо приземляться. Практически сразу, потому что они где-то рядом, скорее всего. Тихо. Я вызвал орла. Вышку вовремя разминировали. Только орел мне ни хрена не дает. А, он напал, напал. Готов. Готов, детка. Умри. Так, надо резнуть. Не успел. Кто-то там восстановил связь. Чего, блин? Опять начинается перенос сервера. Вот недостаток. Один из главных. Но очень быстро перешел. Один из игроков является хостом. Кто-то выходит. Значит, кто-то занимает его место и становится хостом. Крышка. Золотой путь уничтожен. Ползем, ползем. Опаньки! Сидит, голубчик. Выживешь. Спасибо. Но ненадолго, да. Истекаю кровью. Да не, чувак. Я сдаюсь, ты победил. Ну ладно, он хотя бы попытался меня воскресить, уже хорошо. Так, на С надо срочно лететь. Прям срочно. Я хочу сказать, что практически на максимальных настройках графики игра не лагает. С помощью всех вышедших патчей, видимо. Хотя визуально она мало чем отличается. Но тем не менее не лагает. Так, у меня есть медведь. И тут же меня снесли с чего? Простите. А, у него какая-то прокачанная пушка. Чувак уже, походу, не первый раз играет. Потому что снес он меня с одного выстрела. Да, у него же и перки доступны. Это просто я первый раз... в первый класс тут начал играть. Но я не понимаю, почему команда не выдвигается на точку С. Она сейчас уже будет потеряна. Я не успею ничего сделать. Я тупо не успею до тут добраться.
при подлете она взорвется. Сейчас я полечу на точку Б в таком случае. Молодцы. Тут же надо сейчас бросать медведя. Колокольня отключена. Вот, пожалуйста. Вышку разминировали. Как-то так. Мой медведь на охране. Так, я думаю, они сейчас поедут на А, скорее всего, или опять на Б. Пускай едут, пускай едут. Когда мы присаживаемся, мы становимся невидимыми, буквально. Кто-то опять едет. Орел мне поможет. Этот готов. Далеко пошел-то. Блин, ну увидел меня. Ну, в принципе, да. Можно было догадаться. У нас один АФКшит просто. Просто АФКшит. Хрен знает, что он тут делает. Причем, насколько этот народу в лобби вот так ради интереса посмотреть. Блин, тут еще разбиться можно в легкую. У меня складывается такое впечатление, что, в принципе, мало кто играет. Все занимаются какой-то херней. Чем больше убийств, тем больше животных вам дают. Это можно уже понять. Вышку вовремя разминировали. Отлично, красавец. Молодец. Колокольня отключена. Противник уничтожен. Даже что-то умеют делать. Я, видимо, в них ошибался. Вызываем орла. Еще одна минута. Но нет, а этот снайпер с прокачанным бдит, с прокачанной пухой. Все, мы просрали. Станка больше нет. Има... Спасибо, что избавил меня от мучений. Я не могу как-то общий счет посмотреть. Меня это смущает. В конце, может, нам покажут. Сейчас сколько нас играет? Нас всего, по-моему, 5 на 5 тут максимум. У меня есть медведь, судя по всему. И тигр у меня тоже есть. Нет, подождите, уже у меня ничего нет. Как так? Приземляемся. О, снайпер меня уже заприметил. Взрывчатка на вышке. Обезвредить. Готов. Начинается.
Да что ты говоришь, ты просто мега, мать твою, про. Да я встану, кушу тебя за задницу. Я боюсь, они все равно не успеют. Так, результат-то нам покажите. Результат поражения. Ну, неудивительно. Если у вас есть четкая слаженная команда и вам нравятся такие своеобразные шутаны, то вот так вот выглядит Far Cry 4. Возможно, да скорее всего он вас заинтересует. Здесь также есть и другие режимы, разумеется, но их мы будем смотреть уже в стриме, который пройдет у нас в понедельник, 23-го, по-моему, числа, 19:30 по Москве. Так что всех любознательных я приглашаю. Не забывайте ставить лайки. Это был канал True Maniac Games. Игры от настоящих маньяков. Я где-то вот здесь вот 11/10 сыграл. Даже чего-то там разминировал. Всем удачи и пока. Если ты настоящий геймер, если ты хочешь быть в курсе всех новинок игрового мира, если тебе интересно прохождение игр на YouTube, то подпишись на игровой канал True Maniac Games и посети паблик TM Games. Самые быстрые прохождения, трейлеры и новости из мира игр. True Maniac Games. Игры от настоящих маньяков.